Первый. Полицейский департамент Лос-Сантоса, прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Второй. Полицейский департамент Лос-Сантоса, немедленно остановите машину, иначе мы откроем огонь. Сейчас по нам будут стрелять. Здравствуйте. Здорово, ребят. Вы что, Николас, это Барбоса? Скажите, данный авто ваш? Что еще раз? В авто, автомобиль ваш, спрашиваю. Конечно, мой. Конечно, ваш. Да. Ну хорошо. Дайте ваши документы, посмотрим. Конечно, давайте посмотрим документики. Давайте. Мужик или баба, или кто это вообще? Это баба. Так, хорошо. Давайте проверим через бортовой компьютер. Кажется, данный автоугон я вас задержу. Ждите. Почему вы меня задержите? За угон автомобиля. Сейчас проверим. Откуда вы знаете, блядь? Сейчас проверим. Оно уезжает. Нет, не уезжает. Я нашел ориентировку. Все, будь готов, сейчас будет во львову. Так, ну все, мадам, вы задержаны. Слезайте, слезайте. Так, здравствуйте, Соник ЛСВ, Барбоса, бачка, знакомьтесь. Вы были задержаны за статью 10.7. Без того с врагами, а вы еще задерживаете. Где находится ваш документ? Хотите поговорить, говорите быстро. В рюкзачке. Еще раз повторяю, хотите поговорить, говорите быстро. Ну понятно, хорошо, сейчас тогда я... Слезайте с машины. У меня в багажнике есть 7 шоколадок. Готов обменять шоколадки на девушку. Я жду шоколадки. Давайте отойдем. Да, да, тут можно. Только наручники снимите с нее. Сначала шоколадки, потом наручники. Я обещаю, все будет хорошо. Просто передайте, я ее освобожу. Как говорится, за деньги, да. Выкуп. А, блин, тут банкомат рядом есть. Вы... Там. Давайте быстро только. Тянет время. Или не тянет время, посмотрим. Но если что-то сделать, я быстро эвакуирую авто и все, останешься без машины. Да нет, мне не страшно. Да. Он твой друг? Не, вообще не знаю, кто это. Ну все, теперь будет зажла ему на всю жизнь. Ребятки, вы все воспринимаете? Воспринимаем. Слушайте, что тут на четверке вообще, как происходит эту неделю? Скучно, весело. А ты откуда? Не, я просто это, меня неделю не было, мы на гонзоне играли. Я вот зашла, типа, посмотреть, что... Да это. Тут нормально все. Как всегда, экшен. Все нормально, да. Все весело вот у нас происходит, вот так. Я знаю, я вижу. Понятно. Сейчас будет цирк, как обычно. Спрячься где-то лучше. Четыре ребятки слабые какие-то, блядь. Да. Что за люди? Я тут шоколад привез. Да, да. Они стреляют. Достал за пакетик, пользовал это оружие. Сейчас, стой, мадам. Вы свободны, удачи, как я и обещал. Спасибо большое. Спасибо вам, добрые люди. Я его отпишу. Его. Ребята, давайте я вам позову скорую, что-то вы не знаю. Это ему плохо. А где второй? Я, наверное, вот так сейчас сделаю. Нет, чтобы он потом.